Всем привет, с вами Александр Иванов, и сегодня я хочу вам показать, как в автоматическом режиме установить камеру рендера Corona. Одно из самых известных и наиболее используемых сочетаний клавиш в программе 3D Studio Max является сочетание Ctrl-C, Ctrl плюс клавиша C. Данное сочетание клавиш позволяет установить автоматически камеру из окна перспективы, тем самым сохранив картинку, которая была получена, выставлена в окне перспективы. Но данное сочетание клавиш выставляет камеру, которая по дефолту используется в программе 3D Studio Max. По-моему, до версии 2014 года это была обычная стандартная камера, после версии 2014 года это физическая камера. А как же быть, если мы используем какие-то сторонние рендеры типа V-Ray или, вот, в моем случае, это Corona? Сейчас вам покажу метод, который я для себя открыл. Предположим, мы с помощью окна перспективы, вот как-то есть у нас тут такое деревцо красивое, мы как-то выставили некую композицию, пусть она будет такой, и если мы сейчас нажмем клавиши Ctrl-C, у нас появляется физическая камера, обычная физическая камера, которую мы дальше можем настраивать, что-то производить определенные настройки, но мне нужна не физическая камера. Я работаю с рендером короной, и я хочу использовать CoronaCam. Как же ее в автоматическом режиме выставить, сохранить это окошко? В любом окне проекций, обычно я это делаю в окне топ, я выбираю CoronaCam и выставляю ее абсолютно случайным образом, как угодно. Видите, я ее просто вывернул. Теперь, не снимая с нее выделение, я возвращаюсь в окно перспективы, нажимаю по этому окну правой клавишей мыши. Окно активируется, становится в желтую рамочку. И теперь я нажимаю сочетание Ctrl-C. Мы видим, что практически ничего не изменилось. Тут также написано Perspective. Но появилась какая-то серая область. Это одна из плоскостей клиппинга камеры, и если я теперь нажму клавишу C, мы переходим в эту камеру. Давайте ее переименуем как-то Cam Tutor, например, и теперь я обратно вернусь в перспективу, как бы вот собью картинку, как бы как. И теперь, чтобы вы убедились, я нажимаю клавишу C, вы видите Cam Tutor, я возвращаюсь в это же окошечко. Еще раз, ушел, нажал C, Cam Tutor. Таким образом, вы можете выставлять короновские камеры, камеры любых сторонних рендеров в автоматическом режиме из окна перспективы. Всем удачного моделинга, красивых рендеров. Всем пока. С вами был Александр Иванов.